you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Мы не Кирилл Путбуль, и сегодня мы чем-то займемся, но я еще не знаю чем. Такое необычное начало, я забыл то, что я, блин, умер в предыдущей серии и оказался в больнице, но сейчас заодно чекнем больку. Сейчас я вылечусь и мы продолжим. Так, вот я вылечился, давайте, что тут по больке. Блин, где-то я его видел. Похоже что-то похожее. Ну ладно, я не буду я там что-то говорить, типа, что украли какую-то, я что-то знакомое просто. Так, давайте сядем. Вот, блин, нам нужны бабосики, только где их взять? В казике люди особо не ходят. Просто как бы серия без бонуса, поэтому сюда в казик не ходят особо, понимаете? Сейчас, не знаю, может что-то придумаем. Может, поработаем где-нибудь? Сейчас бы боссовый матрас возле дома лежал. Классно, чё? Так, сейчас возьмем, короче, в аренду машину, потому что на скутере будет не круто. Надеюсь, что нормально есть, потому что чувак только что бэху забрал. Ну, тут аренда тачек. Чувак бэху забрал. Ну, чё мы возьмем? Чё бы нам взять? Ламба вообще не управляется, ну, в жопу. Давайте возьмем, не, голубой, блин. О, вот это уже лучше. Вот это уже лучше. Кстати, вон там отель, можно хату. Сука. Сука. Е-энд-рент. Все, пошел в жопу скутер. Я беру эту розовую бестию, короче. Блин, какая она посаженная сейчас. Сейчас просто. Не пущена, блядь, а занижена просто. Охуительно. Продам Honda Accord. Нормалек. Honda Accord, это хорошо. И, кстати, отель этот, бля, прям охрененный. Что у нас здесь находится? ЗАГС. Я то еще, ну, мне еще рано, как бы, но ладно, давайте зайдем, глянем. В основном трансе, бля. Ну, кстати, ЗАГС довольно-таки неплохой. Так, сделать приложение, развестись. Бля, неплохо, я вам скажу, неплохо, ебать. Жалко, что тут один транс играет. О, подписчик. Красавчик, так. Ну да, тут тёлок вообще нету. Андрей, вообще, ладно, похуй, погнали дальше. Ебать, объява, то, что казик работает. Погнали туда, короче, возможно, сейчас поиграем с кем-то, потому что, блядь. Надо в казик ехать, по-любому. Блин, наверное, это была не самая лучшая идея взять себе шаху в аренду. Потому что вид имеет, конечно, да, бэпан, все дела, но она не едет. Она сотку, по-моему, максимум разгоняется. 98 даже. Ну, блядь, чем-то нужно жертвовать ради такого вида, понимаете? Но все равно, блин, вот, ну, конечно, розовая, да, но, блин, как она посажена. Сука. Ой, бля. Хули, блядь. Бэпан, теперь это боевая классика, чуваки. Вы что, ебанутые, что ли? Отмазался чисто, называется. Ну ладно, я просто, блядь, засмотрелся на нее и въебался в круговую, там, круговое движение, короче. Блядь, она дрифтит, нахуй. Аккуратно, малышка. Не нужно быть такой дерзкой. Что-то на него уже не едет. О, пошел разгон. Карбюратор работает, нахуй. Кстати, блядь, ну нахуй, сейчас обратно улечу еще в кювет. Так что будем спокойно ехать, не будем на нее засматриваться. Бля, я надеюсь, хоть здесь хоть кто-то есть. Да. Бля. Нихуя себе, какая красавица, бля. Вот это... Блядь, соска вообще, я хочу сидеть. А, устройство. Мне тоже он был, но я его Монро подарил. Так. Сука. Ну, блядь, почему никого нету в казино? Почему?
Ай, господи. Кстати, вот прикольная автобаза. Здесь такси находятся, автобусы, механики. Даже очень прикольно. Блин, вот в Казик обратно не получилось. Может, там в ФСБ вступить? Критерии 2 года в области, лицензии, паспорт. Ну что, давайте, может, попробуем в ФСБ поехать? Чтобы найти, блядь, это ФСБ, его структуры. А, во, ФСБ. О, дальнобой поехал. Спасибо, по полям еще, молодец. У нас боевая классика, нам похуй. Просто похуй. Но на красный стоять надо. Бля, тормоза, конечно, тоже говяные, конечно, полные. О, нам недалеко еще ехать. Я думал, сейчас как до Киева, блядь, рачки, нахуй. Хотя, кто в России живет, не поймет, о чем я сказал, но похуй. О, мунация есть. Между нами тает лед. Так, погнали. Стой тут. Так. Да, я хочу войти. Причем полностью войти. Так. Понятно, дела надо взять. МП. Шучку. Бля, сейчас все деньги потрачу. Нож. О, шотган, конечно же. Бля, это не тот шотган, какой мне нужен был. Ну ладно. Так, где? Вот это выход здесь. А, да. Не знаю, может, погнали, разнесем просто ФСБ. Или не ладно. Просто я опасный на шахе. Да, сейчас всех разнесу просто. Так, на желтый. И поехали в ФСБ. Не знаю, либо меня примут. Но если не примут, в любом случае мы их всех убьем. Так. Что тут у нас? Ладно, оставим субъектив здесь. Не, ну тачка вообще охуенная, да? Это бэпан. Так. Ага. У нас проходит набор. У меня какой уровень? 7. Как? Здорово! Здорово. Здорово. Вася, ты куда? Здорово, ёпта. Здравствуйте. Будьте добры. Хорошо. Хорошо, блять. Фух, я отыграл, блядь, наконец-то. Можете в чате посмотреть, я просто не хотел, чтобы, блядь, это смотрели, как бы. Вот, я отыграл. Так, там пас. Пас, 19. Как показать? Как показать, чувак? Я шоу пас там, по-моему. Шоу пас. А, во. Я сам даже команду вспомнил, нихуя себе. Ну, ёптель, блядь. Чё, я не подхожу тебе? Ну, чё ты на часы смотришь? Какая нахуй разница? Ну, братиш. У нас одна фамилия, нахуй. Давай быстрее, пожалуйста. Вы на не подходите. Почему? Почему, блядь? Алёша. Причина нет. Сука. Бля. Ладно, что делать? Убьём его нахуй. Что делать? Ми. Открыл огонь. Так, на всякий случай. Блин, ну какого хуя меня не приняли? Военный билет, блин, я вообще про это забыл. Крузаки у них, бэхи. Еще одна бэха. Мерин. Бля, я себе такую хуету хотел бы. Ладно, блин, что-то не выходит. Бля, меня в ФСБ не приняли, сука. Ладно, похуй.
Ладно, поехали на наши бестии. Короче, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. From the north, she was